Капуста, картошка, свекла, соленья, молоко и рыба. Здесь можно приобрести продукты не только для домашних щей и котлет, но и для самого изысканного блюда. Более 600 сельхозпроизводителей и почти 300 тонн товара. Вот она, первая в этом сезоне ярмарка выходного дня. Елена Чигрик, фермер в третьем поколении из Усть-Лабинского района, предлагает краснодарцам собственноручно выращенные баклажаны. Говорит, в этом году собрали уже второй урожай. Как и все, кто привез товар в Краснодар, экологичность подчеркивает особо. Баклажаны растут без пленки. Без химикатов они растут. Сейчас уже холодно. Все жучки практически исчезли, улетели. Только натуральные свежие продукты с собственных грядок. Вот оно главное условие участия в ярмарке. А еще цены ниже розничных, в среднем на четверть. Очень удобно на самом деле. Большой выбор, хорошее качество. Не знаю, что еще можно сказать. Самое главное, что это наши производители, не иностранные, зарубежные, которые... То есть натуральные продукты. По цене доволен. Цена устраивает. Ну, ассортимент хороший и посвежее вроде все, как в магазине возмешано просто. Чтобы проверить, насколько соблюдаются эти правила, с продавцами и покупателями пообщались вице-губернатор края Сергей Горкуша и мэр Краснодара Владимир Явланов. Они подошли практически к каждому прилавку, где-то постояли в очереди. Настроение отличное, торговля хорошая, делятся предприниматели. Уже спустя 2 часа после открытия ярмарки прилавки заметно опустели. Ну вот первая ярмарка сегодня. Я надеюсь, что народ у нас раскачается. Следующая ярмарка будет уже гораздо больше и лучше. Поэтому осваивайтесь на новый период, на новый сезон. Помидоры из Армавира, колбасы из Динской, картофель из Славянска на Кубани. Своего производителя краснодарцы и рады поддерживать. Большинство торговцев покупатели наработали давно. И с каждой новой ярмаркой только пополняет клиентскую базу постоянных. Очередь здесь более чем наглядная гарантия качества. В том, что продукция на этой ярмарке натуральная и свежая, действительно сомневаться не приходится. Некоторый товар здесь даже до сих пор еще дышит и шевелится. Ярмарочной продукцией краснодарцы заполняют холодильники вот уже 5 лет. Спрос на натуральные и дешевые продукты при этом только растет. Здесь мы четко можем гарантировать качество. Люди берут даже, пусть оно где-то, знаете, там где-то поврежден тот помидорчик там или где-то даже грязь где-то. Но люди берут, потому что это наш, это качественный продукт. Достаточно большой ассортимент. И самое главное то, что, в общем-то, на перспективу мы определили, что это будет постоянно, что это будет под нашим контролем. То, что администрация города будет проводить мониторинг цен, мы будем сравнивать цены ярмарочные с рыночными. Ну, вот сам ассортимент и разнообразие, они позволят отрегулировать и цены, и качество, и количество необходимых продуктов. За 5 лет определились и традиционные места проведения ярмарок. Товары от производителей можно приобрести на проспекте Чекистов, улицах Оторбекова, Одесской, Невкипелова, Буденного и Уральской. Работать они будут до первых холодов по выходным с 8 утра до 5 вечера. Мария Крошная, Ришат Нафиков и Александр Воронов. Телекомпания «Краснодар».